И снова здравствуйте! Сегодня 14 ноября 2016 года, понедельник, время вы видите на часах по Москве. Для чего я это открываю? Ну, давайте вспомним. А у меня в группе ВКонтакте был розыгрыш или конкурс. Я не совсем понимаю, как это правильно сказать, но он был. Выглядело это следующим образом. Нужно было вступить в группу и сделать репост вот этой вот записи. После чего, после того, как набралось 200 подписчиков, а их набралось 204, я разыгрываю такой вот чехол-кошелек. Значит, как ни странно, было 42 лайка и было 26 репостов. Да? При этом по условиям конкурса нужно было быть участником группы и поделиться этой записью. Ну, то есть сделать репост. Так, вот остается разобраться, открепить, рекламировать. О, вот здесь вот, да? Мы копируем адрес ссылки и делаем следующим образом. В отдельной вкладке мы открываем такую вещь, как розыгрыш призов. Поделившийся с друзьями URL данного поста, один победитель и только члены группы. Как там, барабанная дробь. Нажимаем далее. Пользователи не найдены. Так, давайте только члены группы, что ли, уберем. Подождите, давайте еще раз, да? Посмотрим следующим образом. Возьмем, все это дело вставим, перейдем. Получилась стена. На которой только эта запись. Давайте еще раз попробуем обновить. Что-то пошло не так. Лайкнувши, поделитесь с друзьями. Нажимаем далее. Так, участников у нас было 26. Наш победитель. Некий Алексей Дучев. Так, я подозреваю, это как-то надо записать. Рассказать. Давайте рассказать нажмем. Да, наверное, вот так вот это и делается. Размещаем запись. Открываем этого Алексея. Юрьев Польский, он живет. Находится это, я даже не знаю где. И вы знаете, вот самое интересное, сегодня в 5.12 он это сделал. Да, сделал репост этой записи. То есть он прям вот из свеженьких. Ну и, собственно говоря, ему повезло. Поэтому давайте вернемся в нашу группу. Да, что уж такое. Вернемся в нашу группу, посмотрим, появилась ли здесь эта запись. Где она может быть? Это первый розыгрыш. Не судите строго. Во! Вот он у нас появился. В общем, буду я с ним выходить на связь. Буду ему писать, буду ему задавать вопрос, куда ему отправить этот кошелек, какой он хочет цвет, какой он хочет размер. Все это видео потом дополнительно выложу на YouTube. Будет создан отдельный раздел канала розыгрыши. Значит, на группе ВКонтакте, да, будут периодически розыгрыши разнообразные происходить, поэтому подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, читайте чужие отзывы, участвуйте в розыгрышах. Ну, за сим, думаю, все. Пора мне ехать на почту забирать очередные посылки. Скажу, достаточно интересно они пришли, и достаточно много интересных еще идет. Ну, а с вами прощаюсь. За сим все. До скорых встреч.